Приветствую всех зрителей моего канала. Это шестая часть видеопрохождения игры Underrail Expedition на сложности сложно, hard, в классической системе опыта. Загружаем. Значит, не видео я еще поизучал, можно ли тут как-то пробраться в эти комнаты. Все создатели игры продумали, или один создатель, Стик вроде его зовут. Этого сделать нельзя. Можно, кстати, расстрелять камеры. Просто нужно стрелять или вот отсюда, или вот этот значок стандартной атаки поставить сюда, и тоже сможете стрелять. Камеру взрываете и можете зайти. Хотя выбегает охранник. Кстати, на каждом этаже есть эта комната. Просто некоторые комнаты не открываются. Там сидит охранник. Ниже есть охранница, к примеру. Вот. Но, конечно же, после того, как вы убиваете камеры, даже если она вас не видела, вся фракция к вам враждебна. То есть варианта нет. Сюда пробраться. Я так понимаю, в эти комнаты можно попасть только если у вас есть перк «Медвежатник». На 75% быстрее открываете двери. То есть он специально сделал это место труднодоступным всем, или точнее недоступным всем билдам, у которых нет этого перка. Мне так кажется. Может, в дальнейшем как-то здесь можно выманить или отключить свет. Хотя, если свет здесь, как это сделать, когда он тут стоит, ума не приложу. А если вы уже делаете что-то противоправное, и он бежит проверить, кто там, то уже после этого камера красная, то есть к вам уже относится враждебно. Ну, вот такой вот нюанс. И главный момент, который я забыл, сейчас мы его исправим. И билд из этого станет сильнее, надо было раньше это сделать. Я же забыл, что начал готовить, точнее, начал себе прокачивать манипуляцию временем, все способности. Мне нужно, чтобы здесь было 45, 10 уровню, и чтобы я мог получить перк. Один, который поможет одному из свойств, одному из приемов манипуляции времени. Но дело в том, что у меня уже же 35 есть, поэтому я уже могу изучить эти скиллы и использовать их, особенно один. А что ты делаешь? Это гадский кот сел. Кот сел, получается, между клетками, хотя как он это умеет делать? Он, видно, по рисунку, ну нет, вроде на одну клетку. Короче, я так не сумею стать, чтобы помешать кому-то пройти, видите? Нельзя стать между клетками. Кот как-то ухитрился это сделать. Ну ладно. Кот волшебник. Идем к Китону. А при чем здесь продвинутый? А, наверное, продвинутый это больше, чем он предлагает. Но это не скоро будет. Так что говорит, что продвинутый не может. Всего, по-моему, 6 сил умений. Вот я от него 3 могу получить. Ну, давай те, которые могу. Потому что у меня пока только одно. Научиться некоторым способностям. Берем психовременное растяжение. Берем деньги. Даем деньги, точнее. Вот кто-то из зрителей говорит, зачем коплю деньги. Я их не коплю, просто деньги не имеют веса, и при покупке у них уже нет потери. 50%. Если вы товар продаете, и за сложность у вас какая-то там процент, какой-то там процент меньше за товар. Может 25, 50, наверное, на доминацию. Так, появился у меня новый скилл. Вот он. И вот прочитать кратко, что он делает. Уменьшает очки действия на 10 и очки передвижения на 30. Это очень круто. Это, конечно, не полное задержание врага, но подбежать, скорее всего, не сможет, если вы стоите на определенном расстоянии. Ну и минимум на одну атаку меньше. Так, и дай мне ту способность, которая мне очень нужна и которая сразу же даст нам огромный бонус. Я не знаю, почему я ее сразу не выучил, но увлекся. И бандитов атаковал, бандиты, вещи с них снимал крутые. Так, и сейчас мы сделаем кэш. Сделаем иннервирование. То есть все эти все способности, так как я не прокачал их школы, для меня бесполезны.
если их включить, то траты всей энергии идут больше. Еще одна способность 10, еще одну 20, еще одну больше. То есть 130 сотен. Я не хочу этого. Поэтому концентрируемся на одной. К сожалению, вот сжираются все пси. И тут такой интересный момент. Есть пси резерв. Я так понимаю, если пси резерв полон, то у вас есть регенерация плюс 10. И если он обнулен, то регенерации нет. То есть пытался создатель игры каким-то образом ограничить общее количество энергии, чтобы чистые псионики тут не раздавали всех, наверное. Так. Немного мы исправим ситуацию. Вот эта штука, по-моему, все резервы останавливает. А это нет. Да, вот оно все выросло, вернулось. Я так понимаю, главное к нулю его не опускать, иначе у вас будут проблемы. Так, дальше. Вижу мой любимый пистолет. Кстати, вот пистолет этот очень близок к лазерному пистолету. У лазерного 15 ТД, у этого 16. Если мы добьемся 14 декстерити, то лазерный пистолет будет использоваться за 10 АД. Это значит, что мы сможем сделать 5 выстрелов стандартных, а там еще можно увеличивать свои очки действия, и будет уже 7 выстрелов. Вот на это и расчет. То есть урон слабый, но его много. Если будут криты, будет еще больше. Если со спецобилками, еще больше. Ну и вот одна из этих способностей, она как раз помогает спецобилки ускорять. Это все, конечно, я вам рассказал теоретически, а практически это надо проверить. Так. Полно у меня этих 5-мм патронов. Это просто прекрасно. Как раз когда пистолет они идут. Так, где эти штуки? Вот они. 3, да? Давай. Вот поэтому нужно все переводить. Что можно. Ты так изнашиваешься сильно? Я вроде уже чинил тебя. А, ну да, тебе приходится делать очень много выстрелов. Хорошо. Так. Способность покажем в бою. Сейчас мне нужно восстановить потери в деньгах. Начинаем, как всегда, мы с оружейной, потому что мы там какое-то оружие набрали. По-моему, в прошлом видео заглянул, но как раз оружие не берет на данный момент, да. Детали берет. Детали продавать не буду, скоро я смогу их собирать, и тогда будет я... Так, вот дробовик точно мне не нужен. Патроны, точнее, к нему. Можно продать. Наверное, к снайперскому оружию. Ладно, снайперки имеется в виду. Гильзы мне зрители подсказали не продавать. Да, он вообще сейчас очень неудобный. Продажу. Может продать ему компоненты ботинок 4. По-моему, у меня такое впечатление, что если мы продать то, что он просит... А, могу ботинки, двое ботинок взять. То тогда у него происходит обновление запросов. Было бы хорошо. Так, сейчас посмотрим. Так. Да, вот детали он бы взял с удовольствием. Но мы делать это не будем. Так, оружие. Да, вот снайперская винтовка под этот калибр 12,7. Ну, раз ты пока не готов покупать, мы ее скидываем. Да, это все можно продавать. О, разобрать, наверное. Молотобой 9 мм, 11.33, немного хуже, 32 АД, 25 АД, да, так может используем еще. Ягуары 5-мм, а, один 5-мм, подождите. А не нужен мне уже ягуар. У меня, они очередями стреляют. Может, когда-то захочу использовать. Минимум один ягуар можно продать. 7.62 соколик. Короче, минимум одну эту штуку нужно продать. Хотел бы я ботинки сделать. Я кожей наковырял с крыс, да. Когда делаем любые ботинки, пытаемся
так сказать, удовлетворить его спрос. Тапи, да? Уже могу и ботинки, но они требуют подкладки. У меня ее нет даже для моей брони. Так, самый голимый 37. 28, кстати, 44 уже осиливает. Тейлоринг 33. Ну ладно. Иди сюда. Создать. Он хотел двое ботинок. Две пары ботинок, надо правильно говорить. Создать. Давайте попробуем. Пройдет ли обновление. Так. На тебе ботинки, на тебе ботинки. Ботинки две штуки. Или все-таки обновление происходит раз в полтора часа. Давайте посмотрим. Компонент ботинок. 4 штуки. С удовольствием купил и тебе продал. Твои же компоненты ботинок. Но ты не продаешь, да? Подопрется пройтись по торговцам, глянуть. Что там творится. Ремнамбор по 525, ты с меня хочешь. Да, пошли посмотрим торговцев. Так, давайте с агрономического уровня. А хотя и, по-моему, все органическое. А, в бочке лежит. Так что если он захочет, нам видишь, как и лежит. Ничего для тебя нет. А, вот флешка, которая мне уже известна. Забирай. Шкуры хочешь? Нет, адреналин это классная штука. Хочешь шкуры? Да. Шкуры и кожу. Но кожу лучше переделаю в ремнабор. Органов ты не хочешь, и нужно опять крысиков набить. Да, органов ты не хочешь. Хорошо. Значит, пошли. Да, бессмысленно, что она крутая, не крутая, это не важно совершенно. Все равно из этой шкуры я ничего делать уже не буду для себя. Броней ты не интересуешься. Хорошо. Подождите, здесь есть Бред. Бред просил. Зрите называть. Бред так Бред. Так, капканы еще есть на всякий случай. Лучше сеть врагу уже сам делать, но для нее нужно столько ошметков кожаных, что лучше уже ремнабор делать. А вот эти штуки хороши, кстати. Раз я сам не могу сделать, стоят они недорого. Правда, как мы заметили, они не очень-то опутывают. Ладно, возьму. Ой, за такие деньги. Не нужно. 750 монет. Так, да, и вот здесь может что-то получится прокрутить. Проверю, конечно, Эзеру, но... Нормально торгует только вот тот, что сверху там у нас. Помощник Эзера. Так. А Эзера все хочет мне выкупить мои дорогие детали, из которых я в будущем надеюсь сделать лазерный пистолет. Нет, Эзера. Нам с тобой не по пути в этой торговой сделке. Так, а здесь... Да, ты как всегда ремнаборы хочешь. Да, у меня выбора нет, надо их и штамповать. Так, эту штуку я уже получил. А она что, тратится, кстати? Почему их несколько штук? Так, и ремнаборы железные не мешали бы. О, форму для отливки забираешь. Нужно будет ее сделать. Так. Если забрать, там внизу валяется, нужно забрать, утилизировать предмет. Где эти броники, которые мне не интересны? Раз. Ты.
Кэш. Кэш. Так, одна моя хорошая. 8-5. 9-5. Чуть-чуть лучше. Ждать, пока кто-то вас купит, тоже бессмысленно. Ну, пистолеты разбирать, это, конечно, перебор. Это явный перебор. Так, ремонтные наборы. Накопил я на 2 набора, да? На 3, отлично. И даже на один железный этот перчаток. Ну, железный. Кажется, что вот пистолет 1000, а я набор 500, но вы не забывайте, пистолет за 1000 вы продаете за 500. То есть, получается, одно на одно выходит. Так. 2 ремнабора, и тут 10. Вот этих можно попродавать чуть-чуть. Тебя чинить не нужно? Ты почти не износилась. Давайте продадим ремнаборы. Так, ну вот 2 штуки я оставлю. На всякий пожарный. А, ты не возьмешь больше 4, так что бессмысленно разделить. В следующий раз. Может, у тебя что-то появилось интересное? По-моему, метательные ножи не утилизируются, поэтому толку нет. Так бы можно было бы их делать, конечно. Кувалда. Ну, она, наверное, захочет лист металла. Честно говоря, я его не потрачу на это. Ну, в принципе, сейчас я в этих... Не нуждаюсь, поэтому потом... Вот, есть. Это всегда нужно забирать. Ой, какое хорошее качество. Запредельный стелс будет. Кто-то мне подсказывает, дорого будет. Нет, могу купить. Могу купить. Для автоматического. Да. Это для доспехов. Так, ладно, что-то я отвлекся. Пойду возьму еще мусор снизу, принесу, еще раз глянем, что он заберет. Значит, мне, наверное, или повезло, или нужно больше продать товара, который хочет. Потому что я помню, что продавал оружейнику товар, и тут ни с того ни с сего у него бац, и поменялось. Поменялся ассортимент. А вот, кстати, он поменялся. Посмотрите, да, действительно, если вы что-то удовлетворили, то с какого-то момента у него меняется. Все правильно. Вряд ли 2 раза, именно в этот момент, я угадал, и как бы это правильно сказать, прошло 1.5 часа, и произошло обновление инвентаря. Так что нужно просто удовлетворять его запросы. Так, тогда давайте заберем как можно больше. А что больше? Ну, вот эта штука. Ты не разбираешься вообще, гадость полная. А, вот, не забыл. Видите, один единственный лист, а из него почти все делается. Что только можно. Так, ну пошли, посмотрим. Ой, мне наборы придется. Да, дорогая штука, для этого нужно починить. У тебя самого есть набор, правда? Дай, пожалуйста, мне один. Что-то не то сделал я. Почему ты не делишь? Наконец. А, поделил, не заметил. Так. А, и нужно мне продать один Ягуар. У меня 2 5-миллиметровых, 200-300. Один намного круче. Да.
При том же патроне он намного круче. Ну-ка. Так, ну начнем со снайперской, конечно, винтовки. Стоит тебя еще чинить или нет? Давайте проверим, просто чтобы знать на будущее. Ой, снайперское оружие дорогое. Почти 300, то есть за 60 починки я получу 500 монет. 500 монет. Так, 800. Да, окупил. Есть смысл это все делать. Ну тогда давайте соколик починим. Тот, который хуже. 9-13. Да, уже нужно собирать пистолет. Я собрал для себе пистолет. А, для этого нужно сильно прокачать механику и хорошие компоненты. Поэтому не факт, что я собрал бы себе лучше. По крайней мере, пока не возьму перк на улучшение. А перк на улучшение для огнестрельного оружия я брать не собираюсь. Так что... Тоже окупил. Отлично. Так, ну что ж, ты хочешь снайперку? Крутой пистолет пулемет остается. Ну, крутой идет тебе. Ты 5-миллиметровый, поэтому. А, тебя можно и заправить. Ладно, потом. Так. Шу-шу-шу. Что у тебя есть? Честно говоря, мне ничего тебе не нужно, кроме ремнабора. Да, обуви уже полно. Можно с ПЛ. Так, а ну подождите, я звук выключу, покашляю. Главное, чтобы не зависло. Можно с ПЛ, если бы какой-то ствол был бы дешевый. Вот. Он реально дешевый. То я мог бы собрать пистолеты, которые... Ну да, не знаю, стоит ли это делать. Ладно. Не будем хоть. Вот, стальная пластина может пригодиться. А какая механика нужна? Может патроны, кстати, козырные взять против сильных врагов? А у меня уже есть. Это 5-миллиметровый. Так, а 5-миллиметровых у меня много. Бронебойный есть. И очень много. Да, 93 обычных. Хорошо. О, что мне от тебя нужно, только гранаты постоянно брать. Сейчас посмотрим, где будут проблемы. У меня такая штука уже есть, я нашел ее. Тогда получается... Да, наборов нужно еще две штуки минимум взять и все, и пошли искать дальше приключений. Ну так вот. Копить деньги. Так, что ты еще можешь забрать?
Не продал почему-то. Сразу не в куче почему-то. Так. Ну, 12 калибр мы поняли, что это уже только снайперка, да? Забирай. Я таким пользоваться не смогу. Надо, кстати, посмотреть, какие калибры здесь пистолетные. На Википедии. Все, ничего ты больше не можешь. Пошли, проверяем всех. Поднимаясь наверх, торговцев. Начнем, опять же, сверху вниз. Избегаем еще к Джонасу, ну и пошли давайте к горстам. Кстати, зритель подсказал, что там... Ну да, нас же посылали туда. Я почему-то решил, что встреченные бандиты, это как раз те бандиты, кто и должен был... О, уже органы хочет получить. И много, 6 штук. Делаю, конечно, неправильно, но мне лень доставать из бочки. Дело в том, что эти органы мало весят, поэтому... Так, специальных болтов у меня для тебя нет. Химикаты, лекарства я тебе не отдам. Авто. Обмен. И что у тебя изменится? Пока нет. Можно кожу, кстати, покупать, если бы она была... Так, где там она дешево? О, мне, наверное, стоит пойти настрелять десяток пещерников, превратить их всех в обувь, разодрать обувь и сделать этих кожаных наборов наперед просто немерено. Мне кажется, это самая лучшая идея. Ну, потом, сейчас я, если не нуждаюсь в деньгах. Еще сюда заглянул, он здесь хотел забрать у меня для отливки ножей. На тебе для них. О! Опять наборы берешь? Ты молодец. Но быстро ты что-то... А, я тебе продавал, у тебя тоже произошло обновление, да? Ну, я не против. Смотрите, сколько у меня уже денег. Скоро всех их будем тратить. Так. Колючки. Ну, просто так тратить тоже бессмысленно. А метательные ножи потом не разберешь, поэтому смысла их делать нет. Круг замкнулся. Ладно. Все, еще к Джонасу сбегаю, может, я там что-то на халяву. Вот видите, здесь тоже светохранник. Буду перед камерами делать нехорошие вещи, кражи всякие. Сразу же выбежит он оттуда. Так. Вот, я не договорил. Нас же послали в старый разрушенный комплекс Омеги туда куда-то, или GSM. Омега-Омега дальше. И выбежали три бандита, забрали пакет, и я подумал, что это они ждали его. Оказывается, нет, мне послали именно в корпус тот. О, тут была... Кстати, говорят, копить монеты такие нужно. Они кредитные. Вот этих штук нужно побольше, кстати. Что это такое? Докторская сумка. Да, ну, бред какой. Мусор у тебя всякий, к сожалению. Ну, реально, ты же мусорщик. Эти штуки могут пригодиться. И, кстати, вот зрителям, которые уже играли, сразу вопрос на засыпку. А что ты у меня можешь взять, да? Что-то я не посмотрю. Ничего. Все, что ты хочешь взять, у меня есть сам. Не отдам тебе, да. Ой, 790. Да мне пока хватит. Все, пошли. Какой там хотел вопрос на засыпку задать, забыл. Забыл, он важный. Надеюсь, вспомню. А, вспомнил. Здесь есть амбуш, или как называется этот перк. Короче, а, засада. Короче, этим перком вы можете наносить огромный крит.
который растет от стелса, а стелс у меня прокачивается. Если враг освещен, а вы в тени, в темноте. Враг освещен, понятно, вот кинул эту штуку, и все. Можно осветить всех подряд и валить всех страшным критом. Там 30 изначально, плюс еще при этом за навык стелс. Причем в стелсе быть не обязательно. Нужно быть в темноте. И вот мне интересно, что здесь считается темнотой. То есть полноценно темно должно быть, как в некоторых, только в некоторых пещерах. Потому что, например, здесь вот эта темнота будет. Будет засада работать, я здесь освещу, а тут буду стрелять. Или нужно так, как там на втором уровне в темноте, даже не там, где сталкеры, а бывает еще глубже нужно опускаться. И там появляется темнота такая, что ого-го. О, и вы, кстати, сейчас наконец-то увидите, насколько герой стал сильнее благодаря вот этим штукам. Так, мне это не нужно, но вдруг когда-то там добить кого-то без потерь. Так, пошли. А вот и крысяки. Так, пока я хотел бы с вами сражаться как-то не со всеми вместе. А, я туда перейти не могу. Ну ладно. Давайте. А можно вот так и сразу за угол, да? Все, сейчас покажу. Я так понимаю, нужно отбежать, чтобы выстрел их... Давайте проверим. Если я ошибаюсь, тогда придется потом выдумывать что-то. А, гранату придется закидать, которая всегда спасет, если вы делаете что-то неправильно. Ну все, начинаем. Во-первых, у меня появилась эта штука. То есть за 5 очков действия я сделал выстрел. Да, наверное, стоит стрелять с того, кто потом не сможет добежать сразу. А при том, кого-то может убьем полностью. А теперь делаем вот эту вот вещь, которую кулдаун на один перекручивает. Хоп. И у нас это сразу восстановилось, потому что у меня кулдаун один, а это, видите, уже стало меньше. Очень хорошо. И вот посмотрим, хватит ли мне еще раз выстрелить на 5 АД. Хватает. То есть я получаю лишний выстрел, и остальные вещи быстрее у меня. Если ты еще не мазал, было вообще хорошо. Быстрее будет работать. То есть больше выстрелов. А представьте, если у вас выстрел за 10 и 70 очков действия. Все станет еще веселее. Вот видите, уже не 3 выстрела ждал, а 2 хода до того, как у меня опять появится эта вещь. До свидания. Нет ничего крутого, значит перехожу на мощный пистолет. Ну вот о чем я и говорил. То есть мы справились с мышатами, которых было много, вот, даже не успели нас отступить. А без этого, без этой пси-способности, пришлось бы уже отступать, оттягивать их и тому подобное. Ну и вот, опять все восстановилось. Классно? Я думаю, да. Ну, в упор те же 95, кстати, так что этот быстрый выстрел очень хорош. Очень хорош. Давайте мне шкуры в мусор их сразу не глядя. Ну, когда перенагрузки. Так, подождите. Пояс я не вернул. А там была возможность взять еще что-то. А что у меня еще есть? А, у меня еще есть такие вот супер гранаты. Если сильно прижмет, очень неудобно, что они захотели только сюда их брать. Так. Сердца можно будет, кстати, выкинуть, тащить тяжелые. Так, сейчас провернем ту штуку со взрывчатой бочкой. Давай. Отлично. Интересно, а бочка восстанавливается или раз и все? Перепуганная крыса убегает. Не надо убегать, надо умирать. Вот так осталось только ну ладно, пока сердце берем к этому огромному количеству выстрелов добрать шанс крита и урон или шанс увеличенного критического урона.
Да, там мы налево шли, да. Ай, давайте проверим. Сказал зритель, что нас там ждут. Здесь мы подошли, а вот здесь в доме ждет тот, кому пакет мы тащили. Где-то. Да, действительно ждет. В поиске Джимми. Что мы должны тебе сказать? Я уже собирался уходить. Я, признаться, не ожидал, что вы еще живы. Вы использовали меня как приманку. Капитан Очевидность. Именно это я и сделал. Все, как я обещал. Человек ждал вас и заплатит вам за доставку. Я не сказал, кем будет этот человек. Он протягивает вам кредиты. Зачем же вы ждали меня, если ожидали, что я погибну? Я человек слова, Брандер. Я всегда чту сделку. Ну, в принципе, да. Он мне обещал, что в сделке будет все тихо и спокойно. Нас трогать не будет. То есть нужно всегда скрупулезно оговаривать все пункты договора. Что вы будете делать теперь? Я пойду в другое место. Поезда не ходят, но есть другие способы путешествовать. Хотя они гораздо медленнее, особенно если вы не знаете все входы и выходы. Он улыбается. Дайте мне знать, если вы хотели бы поторговать, прежде чем я уйду. То есть ты уйдешь, и сейчас я могу купить это только сейчас. Будешь... О! Отмычка на 5, это как раз на один уровень нас поднимает. То есть придется вложиться. А ты что мне можешь купить? Ах ты ж гад. Ты хочешь купить только то, что мне самому нужно. Ну все, раз ты пропадешь надолго, нужно у тебя купить все, что здесь есть и нету моих торговцев. Так, это продается, вот эта штука точно заберу. Используется 5 раз и плюс 5 дает. Свиная кожаная броня. Ничего интересного. Гранаты у меня есть в продаже. Больше у тебя ничего интересного нет. Хоть бы продавал бы как-то дешевле, чем другие. Отлично. Теперь, в крайнем случае, мы можем уже справиться с 60-кой. Запомним. Вот так и осталось заперто. Так, и пошли чистить этот уровень. Здесь так весело. Так. Тут крыса, надеюсь, не восстанавливается. У меня же есть эта штука, которая... Ну ладно, пока я могу тут изучать локацию без того, чтобы куда-то лезть, то не будем ее тратить. У меня большое подозрение, что она... Конечно. Так, тут крысы восстановились или нет? Не хотелось, потому что хочу выяснить, что это. По идее, тупичок. Нет, не тупичок. Куда-то можно вылезти. Еще не хочется это делать, но проверить нужно. Тупик. Все, ясно. Подождите. Ничего, кроме груд камней. Из написанного. Так, крысюки. Угу. Крысюки охраняли кучу грибов. Рыбалочка. Нужно проверить, как не хочется. Я вас понимаю, но... Место труднодоступное. А мне очень хочется выловить там, где-то на форумах писали про какие-то крутые очки. Но вполне возможно, их в определенном месте нужно. Я точно не помню, но кажется, это как раз надо там, где я ходил в прошлый раз с удочки. Только не знаю, сколько это нужно ловить, чтобы туда появилось. Ладно, проверяю только по краю берега. Ух ты, как странно она стала. Не во всех местах. Что-то есть. Кстати, очень странно. Почему ты в ту сторону? А все-таки придется поставить сюда, и ты тогда будешь смотреть вперед? Нет. Ха-ха. И что?
Ну, странно, чтобы вообще тут ничего не ловилось, правда? То есть весь берег бессмысленный. С точки зрения лова. Последнее местоположение. Я понял. Как там они говорят? Здесь рыбы нет. Мужик ходит, лед пробивает, а ему с неба, из пурги, из снега доносится голос. Здесь рыбы нет. Он испугался, побежал на 10 метров левее, опять рубит пишней, потеет лунку. Опять здесь рыбы нет. Он еще перебежал. Здесь тоже рыбы нет. Бегает, бегает, роет эти лунки, замучился, не выдерживает и орет. Да кто же ты такой? Я директор этого хоккейного стадиона. Так, да, я тут спускался на низ, и там был еще один уровень какой-то такой странный. Вот это он. Идем-ка. Ну, очень странный. По чуть-чуть, и глубоко-глубоко спускаемся. А вот мы уже спустились, мы только прессовал. Хорошо. Что мне эти вентиляции показывают? Странные вещи, не прав. Подождите, дверь. Гляну тут. Нет прессовоков, нет. Зайдем в двери. Тут я люблю все эти стеллажи. Отлично. Угу. Без понятия, что я вижу, честно говоря. Нет, в голове не складываю. Ага, это мы обошли лифт. Роботы бегут, да? В гости. Да нет. А вот они. Вот так надо делать, насколько я помню. Почему не вижу? Куда ты делся так быстро? У тебя здесь траектория такая ездит, да? Ой, так. Кто выиграл? Я. Хорошо. Так. А сколько у меня этих патронов осталось? Я их покупаю, покупаю. Может сразу идти из крупного калибра. С критом. Так и есть. Ох ты гад! Какой? Сейчас ты мне настреляешь. Так спрячься за угол, потому что у меня подозрение, что снизу еще робот приедет. А, ты не пробиваешь мою броню. О-о-о! Ой-ой-ой, тебя нужно убивать за один ход. Что я должен делать? Хода у меня как бы нет. А, мне дают возможность принять какие-то лекарства, если они у меня есть. Или пропустить ход и получить урон еще. А сколько у тебя этих оглушающих штук? Я надеюсь, немного, иначе ты можешь меня вечно держать в оглушении. Ой-ой-ой, два хода. Сейчас еще роботов сбежится куча. А, я могу лечиться, кстати. Так интересно. Наверное, все-таки нужно было кучу выстрелов делать, да?
Было написано два хода, а пропало за один ход. Странно. Уже ты правильно я все делал, что таким уроном сыпал мощно. Еще один прибежал. Да, без прокачки тут будет тяжело. Ну, в принципе, могу лечиться, если сильно прижимает. Так что не страшно. Броня спасает. Это, кстати, пробивает. А, это, наверное, в ошеломлении сильнее урон или что. Так, мы проверим сейчас, есть ли смысл нам количеством. А, кстати, колено не действует на него. Ну, давайте, будет больше выстрелов, да? Проверим. Ну ладно, раз начал, проверяю до конца. Нет, получается правильный вариант. Если крит. Одно на одно вышло. Не вижу никакой разницы. Одно на одно выходит. Просто если вы стреляете много выстрелов, то... Как бы это правильно сказать? Больше шансов, что таки будет... Крит. Ну, в среднем. То есть, если у вас будет 100... Ствол, начну собирать уже пистолет. И граната оглушающая дает. Стоит за ними охотиться. Короче, если у вас написано, что у вас, например, 30% шансов на крит, то если вы сделаете 1000 выстрелов, то оно и будет, ну, почти точно будет 300, там, 290, 280. А если 2 выстрела сделаете, то может вообще не быть ни одного. Вы поняли, чем больше попыток, тем ближе ожидание к факту. Да. Ой. Так это камера наблюдения меня-то засекла, и про робота сразу разговор начался. Я понял. Камеру можно уничтожать, кстати. Ты что, красной стала, даже не видя меня? Нет, зеленой. Вот ее можно уничтожать. Давайте не будем жлобиться. Таким образом, я понимаю, можно... Дома нельзя, потому что сразу вы враждебны к вам все, а здесь можно. Ух, там их даже двое. Как бы вас так выловить? По одному. Чтобы вы не ездили друг за другом. Ну и камера. Не получится. Если уже взялся, нужно... Там, где камеру расстрелял. Ага. Может, через эту комнату здесь тоже камера где-то возле лифта. Потому и... Ой. Кстати, роботы не умеют двери открывать, насколько я помню. Да нет, не вижу камеры возле лифта. Почему про чужих было? Надпись. Ладно. Роботов нужно в дверях встречать по одному хоть. О-хо-хо-хо. А вот Эми, чтобы роботов взорвать. Может, лучше их тратить, раз их столько дают здесь. Хорошо. Патронов.
Куча. Так, сейф понятно, пустой. Там что-то еще на сейфе. Коробочка, нет? Нет. Монитор наблюдения, что-то не покажешь. Угу. Кто-то доигрался. Монитор, монитор, монитор. Все. Больше ничего нет. Так, мне понравилась идея с самой гранатой. Чем она считается? Патроном? Нет. Непонятно чем. Боевым инструментом. Хорошо. Забрала. Ну да, кстати, что это удержание здесь решит-то? Пошли, если я смогу словить двух роботов сразу, стоит кидать. Ну или они меня словят. Тут как повезет. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 пока ты... Ой, как ты изнашиваешься сильно. А меткость-то 69, ай-яй-яй. Ладно. Меня никто не видит. Все, надо ловить его. Ай, я не первый. Ой! Вот вечно с этой скрытностью непонятно, что делать. Так, ну и наверное, рисковать не стоит. Хотел выстрелить, а он начал бегать. А, наверное, даже если захочу выстрелить, инициатива не моя. Точно. А зачем тогда вы ход даете мне, если я не могу ничего принять? Ну, свойства еще, кстати, может быть... Порвать путы. Я о нем, кстати, думаю, брать или нет. Какое-то второе дыхание. Только ты не кидай гранату второй раз. Сопротивление сработало. Ух. Так, вот тут эми граната должна идти. Зачем мне с вами эти игры? Объясните мне, а? О, еще и камера развалилась. А, вы живые? О, кстати, могу. В двери пойду, чтоб не могли меня два робота сразу... Ну, ты оглушен, не знаю, надолго ли. Или это навсегда? Это второе дыхание. А, наверное, если много раз глушат, чтобы это не было вечно, чтобы вас вечно глушить не могли, наверное, вот такая штука введена в игре. Большое подозрение. Оооо, ребята. Так лучше. А, меткость упадет, страшно. Спрячься. Ты уже, кстати, не искришь. Да. С таким уроном. А у тебя же нечем уже, ты уже меня глушил. Точно, у тебя же одна граната это. Чего с тобой играешься? Так. Но мне не понравилось, как этот пистолет быстро изнашивается. Время набора есть, в принципе, это не должно быть проблемой. Хорошо, что я еще, кстати, и камеру одновременно зажег. Ты не оставляешь свои патроны. Детали и все подряд. Никого. Хакерство есть, у нас такая штука, патроны, батарейка. Да, нужно было сюда сразу идти, по крайней мере, до роботов.
я бы более спокойно прокачался. А без брони нет, не было бы спокойно. Были бы сплошные мучения, так что все правильно сделал. Надо было с гранатой идти к бандитам. Это я продумываю, если пытаться играть в Iron Man. Хотя это нереально. Вы не будете помнить все эти нюансы. Так много локаций. Уже перегруз. Так, пора избавляться от органов. Вот таких. Шкурки пора перерабатывать. Что-то есть еще тяжелое, не нужно. Да зачем они нужны? Там грибов просто очень много, да? О, 20 вес. Может оставить, а просто... Не, ну надо поднять на этаж выше хотя бы. А ну подожди, действительно, подниму на этаж выше, если поезд не даст возможность забрать. Да, пошли. И там оставлю. А это уже напоминает Fallout, помните, да? Лифт не работает, значит ищем другую дорогу. О! Это мы спустились по этой дырке на 3 этажа, можно вернуться на 2 точно, точно как было в этом, где мы в шахматы играли с компьютером. Чуть я не попал. А, нет, это все-таки... Да, все правильно. Это я по этой лестнице спустился. Вот здесь только в одном месте она не выглядит, как лестница. Во всех остальных так и выглядит. Так. Витл Горский. На выход выбегу поставлю. Кстати, гриб. Ой. Крысюки обновились так быстро. Ну ладно, с крысюками проблем нет. Так, мы поняли, что иногда нужен урон. Да, реально, иногда нужен урон. Ну, не так же. Нет хода, да? Не думаю, ради одной крысы стоит, а уже две. Да, вот для тяжелого пистолета это хорошая штука. Да, с колена подбежал, ходов не осталось. Где-то гадский гост, тут же. Так, ну если эти крысы будут так часто восстанавливаться, это мне не интересно. Вот где-то здесь можно положить эти. Сюда, наружу не видно. В бочку эти грибы. Сейчас они мне не нужны, а потом все равно биологию прокачаем, будем. Будем вовсю. Использовать. Все, шкуры можно сразу перекатать. Так, и сразу же их разбираем. Спасибо зрителю, который рассказал про эту перпету модули.
Это не перпетуум, да, не вечно двигать. Тут круговорот дерьма в природе. Так. Вот, есть дерьмо. Извините меня за мой испанский. Есть два ремонтных набора. Так, а зачем я хожу с тем поясом? Перезарядка очень быстрая. Я боюсь перезарядки. Ну ладно, а тут что? А, еще урон уменьшен чуть-чуть. Ладно, пусть будет. Только, да, тут нужно изменить с гранатами. Так, значит, ты идешь сюда, а ты идешь сюда. Так, и нужно какие-то лекарства эти против оглушения. Я ничего не делаю, ни качаю, ни перки, ни конституции нет, что помогает мне против этих выключающих эффектов. Кстати, что тут не было, что ли? О, как я мог. Что же я за игрок в РПГ? Каждый игрок в РПГ... А, я зашел в другую сторону. В любом случае, замок оставлять не нужен. Каждый хороший игрок в РПГ должен быть чуть-чуть мачкина. Все, пошли. От веса избавились. Вернулись на этот уровень. Сохранились. Побежали. Побежали. Так. Камеры уничтожать ничего есть у нас сегодня нет. Вот здесь на углу камера уничтожена, поэтому... А это были эти же два робота, на такое впечатление. Что здесь? Где потайной ход? Я его не вижу. Но он есть. Ну, неплохо. Лечилки-то вообще круто. Секретный проход. Да, хорошая штука. Восприятие очень приятное. Стоило ее взять для первого прохождения, чтобы находить весь открытый контент. А то пройдешь игру, даже не узнаешь, что там еще столько было интересных вещей. Сколько тут диковинок? Сюда по-любому надо лезть. Доминация. Ну, тут тяжело, конечно, с роботами надо тогда играть. Пятнашки. Не думаю, что на доминации вы захотите с ними встретиться. А какая разница, господи. Видишь ты меня или не видишь? То есть очень решает эта броня. Для начала, если пытаться переигрывать, обязательно... О, люк. Обязательно броню нужно брать. Пытался я в стелс удариться, но стелса хватает, а вот... Бронитой. Кожанки не хватает. Кто там? Робот. Попробуем. А где робот? Вернее, крысоволк. Так, ну с крысоволком можно пробовать. Так. Кстати, неправильно делал. Если хочу крысоволка маленьким пистолетом убить, надо колено, а потом вот эту штуку. Урон стоит намного больше. Что один был? Один так один. Я в это не верю, конечно. Так, опять берем органы, которые мы будем выкидывать. Ой, сколько тут диковинок. Да, действительно. Ух ты, начинается Маклейн. Так, подождите. Еще рано. Еще рано, надо весь этаж расчистить. Опыт получить везде. И вот мы видели этот труп мужчины. Да, я помню. Зачем мне написано, что стена? Раздал
раздолбать можно, а зачем ее раздалбывать? Так, я сохранюсь, если бессмысленно, то загружусь. То есть в чем смысл? Стена не долбится. Зачем ее долбать, если дверь открыта? Я понимаю, что дверь была закрыта, это вариант сильным. Сильным билдом. Так сказать, взломать стену, а не скрывать дверь, потому что у вас нет возможности ее вскрыть, не прокачали. Ну так, не ясно, зачем это все. Ну ладно, есть и есть. Роботы есть тут? Мне не нравится это место. Не? Бывает и так? Камера где-то. Ключ еще один. А вот она, камера. Ну, видишь ты мне что? Толку тебе с этого? Все роботы уже побиты. Ох, стволов сколько, что-нибудь дособеру. Правда, механику нужно будет прокачать. О, намекает мне, что пора лазерный пистолет собирать. Вообще оружие. Круто. Так, где-то я здесь видел. Или не здесь? Здесь нет выхода с этого уровня, да? Только туда? В эту самую вентиляцию? Да, это полностью нижний этаж. Тогда вариантов нет, только вентиляция. Потом нужно проверить будет еще раз сверху вниз все. Потому что у меня два ключа появились. Наверное, у меня есть ключ, поэтому я дверь открыл. И даже не заметил этого. А если ключа нет, то сильный персонаж может проломать стену, без ключа, так сказать, пробраться. Так, тут бегала крысючка, да? Он набегает. С некритами немного мне уже поднадоели. Так, мы попытаемся тебя с одного выстрела положить. Не захотела. Да ты затрал. Супер меткие пистолеты. Еще бегут, я понял. Ладно, давайте. Давайте экономить патроны, что получается. Лучше всего... уже точно выстрела нет. Ну ладно. Вот так. А ты вот так. Да, ты плохо ходишь, тебе сразу плутонист... плутонист дает дополнительный урон. Пока не пользуемся мы перекручиванием времени. Да, беру, но потом чувствую все выстрелы. Пошли заглянем за угол. Но если не прибежали, то они далековато. Вот, кстати, примерно на таком... он может бегать. Если примерно на таком расстоянии. Ладно. Если тут прыгают крысы, то... Неважно. Выбегай. Тут как в лабиринте все сделано. Так, что мы решили? Чтобы меньше тратить патроны, нужно делать вот так.
собирать урон. Никто меня не видит, никто меня не слышит. Зачем мне эти ваши яичники? Так. Ну ладно, раз я пошел под эту стену, значит, скорее всего, буду изучать. Сейчас получается правило правой руки. Так. И правильно вот так сделать, чтобы они набегали. Не так получилось, как я хотел. Ну ладно. С ножкой что ты скажешь? 79. Понятно. Скажешь, что я попадать не хочу, тогда набегайте ближе, чтобы я заранее тратил ничего. Так, давайте от вас избавляться быстро. Давайте тратить, что ли, пси. Сразу быстрый выстрел перекрутился. Получается, у вас еще один выстрел. А восстанавливается вообще пси или нет сама? Да, восстанавливается, если вы пси резерв. Так, а резерв пси вообще не восстанавливается, получается. Так, уже ты износился. Ужасно. А, пистолет, наверное, ужасное качество. Хорошо, что я взял с собой наборы. Кстати. Тебя не дал перезарядиться, да? То есть все этот самый вообще никак не. А, на выстрел прицельно не хватит. Все-таки ногу надо колено простреливать слабым пистолетом, а добивать вот этим, чтобы в два выстрела ложиться. Хотя есть шанс и с одного. Но не такой гарантированный. Так, сохраняюсь просто, чтобы если умер, то не повторять. В принципе, здесь можно очень, наверное, весь уровень сохраняться, пока не встретится какая-нибудь гадость. А, я вижу, где я могу спуститься. Дверь открыта, так что это бессмысленно здесь спускаться. Я понял. В некоторые комнаты можно прийти. А, наверное, как-то понял. Опять же, если вы не можете вскрыть, то можете попасть в комнату через вентиляцию. Так, что там видео написать мне? О том, что я выполнил задание сквозь код Джима, я понял. То есть будем заглядывать в решетки, если там дверь открыта, значит я... Да. Потайная дверь. Хорошо. Все понятно, наконец. То есть если вы все взламываете, вам глубоко наплевать на все эти решетки. Ну, разве что решетка уйдет куда-то, куда вы, кроме как по решетке, попасть никак не сможете. Да. Хорошо. Ну, пока меня игра только радует. Реально напоминает Fallout. Плюс добавили еще хороший крафт. Схема прокачки мне совершенно не нравится. По-моему, САП. Где такая была? А, и в этом была еще. Где двое бегают, мужик и баба. Как она? Син или как ее? То есть, эта система не для игрока, запомните. Эта система для ленивых разработчиков. Они четко знают, на каком уровне что вы можете. Потому что все эти прокачки, на самом деле, это вот вы вложили 5 во все умения, и все. Вот вы получили уровень. Легко все рассчитать, куда и что. И я говорю, что это очень нехорошо, я зрителю писал, зритель был не согласен. Что вы не можете что-то сильно урезав, получить меткость, например, которая, ну, пусть не максимальная, но уже такая, что хватает на 4 уровня вперед. Здесь никак вы этого не получите. Единственная у вас возможность чуть-чуть опережать уровень, это берете профилирующую характеристику, которая прокачивает умение выше, чем
дает уровень. Но опять же, вы четко знаете, насколько ее можно прокачать. А почему удобно? Потому что вот создатель игры тогда, зная это, вот, например, он знает, что у вас умение может быть в начале 5, а если вы взяли там максимум тому умению, я не знаю, там Dexterity, значит, память у вас, эти 5 превратятся, например, в 10. Все, значит, на 5 все стандартное, враги идут, например, на меткость, которая пробивается с 5. А на 10 это если хочет он какую-то фишку, которую привязывает именно к билду. То есть вы с этим умением профилирующим что-то больше найдете, чем без него. Вот он даст вам эту возможность на места. Но так вы чувствуете полностью, что вы скованы по рукам, по ногам. Вы не можете вырваться из этого коридора. Каждый этап прописан полностью, что бы вы ни делали. Нет этого, что ветеран в игру, в игре. Да, толку никакого. Ветеран в игре в ущерб чего-то может резко что-то прокачать и пройти. Причем хорошие разработчики вам все равно не дадут. Ну, то, что вы в Fallout получили офигенную меткость, тагнули и все в него вложили, все свои эти очки. Это только меткость. Урон — это оружие. Броня — это время. То есть, но вы уже получили что-то. О, я чуть не забыл. Я вспомнил, что было что-то, что дает перейти из этого уровня на следующий. Ну, к примеру, у вас цель рейдер. Долго ж тебя носи, эй? Кажется, тут я и лягу. Арбалет жестко бьет. Рейдерша. Она направляет арбалет на старика. Ты же, кажется, сказал, что мы взяли всех, дедуля. Старик. Это так, всех. Он не с нами, клянусь. Не шевелись, парень. Ты еще кто такой? Так, атаковать это без нас. Интересно, может, если атаковать, дают вам первый ход. Было бы интересно. Так, тут гранатой надо решать, причем вот ту гранату, которую дали с оглушением, это для этого ее и дали. А у меня обычная граната в руках, к сожалению. Так. Говорить правду смысла нет. Ну, тут вообще, наверное, смысла нет, потому что нет никаких чеков. Меня зовут Адам. И что ты здесь делаешь? Я просто мародерствую, не знал, что это место уже занято. И как ты сюда попал? Люк был заперт на ключ. Где Макс? Откуда у тебя его ключ? А я не убивал человека никакого. Да, вот. К сожалению, у меня плохие новости. Макс мертв, он получил пулю от сторожевого робота. Рейдер, за дураков нас держишь, ты его убил. Я его не убивал, сторожевые роботы схватили его. Ой, а я, наверное, убеждение не прокачал сильно. Допустим, ты говоришь правду. Теперь скажи, почему бы нам не убить тебя просто здесь и сейчас? Ну, попробуем пройти, хотя по факту хотелось бы, конечно, их убить. Все зависит от того, чей будет первый ход. Послушайте, мне просто нужно как-то открыть дверь на первом уровне, и я не буду вам больше мешать. Ладно, давай так, я отведу тебя к боссу, и он решит, что с тобой делать. Да не хочу я к боссу, там я уже точно бой не выдержу. Ну ладно, это исследование контента игры. Хотя это неправильное решение. В реальной жизни не нужно этого делать. Ладно, ведите меня к боссу. Попробуем. Если нет, конечно же, загрузимся, всяких завалим. Я просто надеюсь, что с ними можно, как мне говорили, не спешить ни с кем воевать, а с ними можно поддерживать нейтральные отношения. Глава рейдеров. Это еще кто? Его поймали, когда он спускался вниз с верхнего уровня, босс. Его зовут Адам. Разве я не отправил туда Макса? Что случилось? Он говорит, что он мертв, что роботы достали его. Он насторожился, правда? И что ты надеешься здесь найти? Я ищу способ открыть запертую дверь на первом уровне. И что такого за этой дверью, что ты рискуешь своей шеей, пытаясь открыть ее? Я не знаю. Он хмыкает. И ты просто решил, что сегодня хороший день, чтобы рискнуть жизнью ради случайной закрытой двери. Ты либо очень глуп, либо врешь. Я не знаю, что там, но у меня есть основания полагать, что это что-то ценное. Ну, спасибо за эту информацию. Возможно, мы взглянем на эту дверь сами, попозже.
нет никакого смысла того, что сюда пришел, тут меня точно положат, а там с этими тремя я мог бы справиться. Но зато мы исследовали кое-что. Это, кстати, нехороший вариант. Это неправильно продуманная игра. Что у вас, как бы это правильно сказать, если вы хотите что-то исследовать, вы по-любому заходите в ловушку. Не должно так быть. Ладно. Запугивание. Если я не вернусь в ближайшее время, мои друзья со станции Саутгейт придут меня искать. Да. То есть ничего мы там не выясним совершенно. О, фасет прямо здесь, тогда нельзя сохранить. Так. Нечего с вами разговаривать. Дайте мне только выжить, один ход. Ты своим ножом вообще не пробиваешь. Молодец. Ой! Как интересно. Мне нужно, чтобы старик выжил, он не с вами. Гранату кидать не надо, но это не проблема. Сейчас мы все сделаем. Слушайте, а я старика задеть не могу, чтобы застрелять? В этой игре это реализовано или нет? Ну, неважно, давайте посмотрим. Что у нас? Ага. Кстати, опять же неправильно делал последовательность. Надо колено. А, они вообще дохлые. Потому что мне зачем было пытаться с ними разговаривать. Интересно, если запугало, они оставались бы нейтральной фракцией? Думаю, вряд ли. Ладно. Чего нет, того нет. Даже убеждение еще не успел прокачать. Наверное... тут меткости нет. Все, это не вариант. Ладно, давайте его гарантированно вынесу, потому что тот мне не угроза. А вот этого обработаем вот этой штукой. Ну, ладно, не получилось. Кстати, отбегать от него бессмысленно. Он явно бегает лучше нас, он рукопашник. Ой, хорошая куртка. Ой, хорошая. Так. До свидания. Старик, спасибо вам, что расправились с этими ублюдками. Но боюсь, там их больше. Что здесь происходит? Они штурмовали нашу баррикаду, они убили несколько человек, остальных держат в заложниках столовой. Кто они? Я не знаю, может быть работорговцы или просто обычные бандиты. Я не слышал, чего они хотят, а потом меня затащили сюда, чтобы помог им выйти на верхние уровни. Они хорошо вооружены? У большинства из них есть пистолеты, у кого-то есть арбалеты. О, еще там парень с кувалдой. Я не видел у них никакой тяжелой брони. Кстати, подождите, все-таки я не прав. Вам дают две ветви развития, а я же не подумал, что старик-то не с ними. То есть я сразу мог логически предположить, что нужно спасти заложника и уже разговаривать с ним, а не идти на поводу, как я и говорил, в логово волка, зверя, чтобы вас там точно убили. Да, есть здесь развилка, все правильно. Да, баррикаду. Там есть пролом, который ведет в пещеру. Не знаю, как долго он был там, но это через него мы пробрались сюда. Мы навалили баррикаду и поставили автотурель, чтобы защитить его, но это не помогло нам. Так что вы предлагаете делать? У меня есть идея. Они сломали автотурель на баррикаде, потому что они были к этому готовы. Но есть еще одна выключенная возле лифта. О! Если бы вы активировали эту турель, когда они не ожидают, она бы разорвала их площадь, по крайней мере те, кто в коридоре. Тогда будет проще разобраться с остальными. И как мне активировать турель? Налево от лифта есть комната видеонаблюдения. Пульт охраны находится там же. Проблема в том, что дверь заперта. Может быть, у Сали есть ключ, но я думаю, что его тоже держат заложника в столовой. Вам придется взломать дверь в комнату видеонаблюдения, а затем взломать консоль, чтобы получить доступ к управлению автотурелью. Короче, дают вам возможность решить квест... решить задание через стелс. Ладно, понятно, вы оставайтесь здесь. Удачи! О, и кстати, не забудьте выключить турель потом. Она может подумать, что вы тоже нарушитель, иначе стрелять вас, если подойдете. Интересно, а опыт мне дадут? Или автотурировать себе? Да, ключ есть. Заберет. Так, кстати, нужно сейчас все разбирать.
Ну, пока прикольно, пожалуйста. Очень даже прикольно. Так, давайте-ка мы... Давайте-ка мы... мусора произведем. Так, теперь утилизация, причем утилизацию можно и ихнюю броню, вряд ли она хорошая, агилити один. Да, ну точно мусор. Ножи, классно, это металл, чтобы чинить мое оружие. Ремнобор, чтобы чинить мое оружие. Это что такое? Конституция 1. Не вижу смысла. Да, арбалет на продажу после починки. Так, я не вижу мусора. Вот он. Могу, кстати, удерживать его, как и делать. Но уже потратил, не могу. Но вообще, можно. Так, я набрал металлического мусора на один ремнобор нормально. Так, что-то починить. Половина, почти целая, нормально. Он мне сказал, что брони нет, хоть бери патроны, заряжай мощные. А давайте посмотрим, какие там 5-мм патроны. Это, по-моему, бронебойные. У них брони нет. А вот если экспансивные, всего лишь 8. Нет смысла этим заниматься. Ладно, не буду чинить. Не так мне много наборов. Или много. Я их покупал еще 3 штуки. Ладно, так. Ну что ж, попробуем сделать то, что он нам предложил. Я вроде так и не понял, куда я должен идти. Где именно турель. Где именно турель? А ну-ка почитаем. С объяснениями нифига не понятно. Все? А если еще раз я поговорю, где турель? Так, а баррикаду вижу справа. А, там туда не нужно, там уже турель уничтожена. А та возле лифта. Ну, по идее, лифт это влево, и лифт... А, лифт же не может переместиться. Там, где он был, там и остается. Налево от лифта. То есть комната будет до лифта, я ее вижу. Ну, давайте попробуем, ну что-то мне подсказывает, что... Не потянем на эту стелс-миссию. Там огромная проблема этих сраной камеры. Под нее стал. А если убить ее, она будет обижаться или нет? А матерь божа. Что-то я неправильно делаю. Не туда я пошел. Ну ладно, давайте проверим, что там. Я не думаю, что враги должны быть... Да нет, здесь баррикада разрушена. Да, разрушена это самое. А, наверное, нужно скрывать вентиляцию и по ней искать... Ну давайте сначала проверим, где что. Просто интересно. Здесь вообще выход какой-то. А, не лифт. Давайте проверим, что за выход туда.
О! Ладно, давайте пока составим с миссией. Кстати, сколько времени? Вполне возможно, это уже будет для следующей части видео. Чуть-чуть еще есть. Ну, кстати, захватывающе, реально захватывающе. О, труп мужчины еще не обследован. И ключ от чего-то, отлично. Может, вот здесь это нужная мне дверь. Было бы странно, кстати. Нет, здесь туалет. Да. Да, что-то мне подсказывает, что нужно все делать через этот самый, через вентиляцию. Но я хочу посмотреть. Так, здесь босс нас встречал. Да, только вентиляция дает нам шанс обойти их всех аж до туда. Я только 5 раз могу, кстати, взломать. И да, гранату нужно заменить. Оглушающая явно лучше смотрится. Ну, пробуем так. Наверное, нужно предмет в ячейку этот, который я имею один единственный. Кем он считается? Вот он. А что выкинуть? А вот эту штуку. А, только 2 раза можно. То есть залезть можно и вылезть. Ну, должно хватить. То. Нужно было все-таки купить так. Да нет, все нормально с ним. Так, хорошо. Что такое 2, не знаю. А, 2 это номер ячейки, господи. Ну, отлично. Сначала давайте посмотрим, нет ли тут крысюков. Да, все, понятно. Мог вообще из этой комнаты все это делать. Стелс-миссия такая интересная. Так. Интересно, если я буду крыс убивать, вентиляция, они будут реагировать, как тут камера должна быть. Да, действительно. И мне нужно найти комнату, чтобы рядом с ней выставиться. А можно, конечно, было бегать под камерами, но как-то я не очень понимаю, куда дальше. Наверное, нет. Наверное, там пришлось бы через центральный холл, где они везде сидят. Это тут они. О, а это не она? Компьютер есть. Ну, кстати, эта штука не изнашивается так быстро. Она 5, 5, а, 5 имеет этих самых использований. Влево от лифта. Здесь компьютера я не вижу. Комнату я могу попасть. И здесь не вижу. Единственная комната, которая похожа на ту, которая... Ну, хотя компьютер это стол, это ни о чем. Нет, наверное, нужно вот в эту. Тут лифт, а левая комната та, что нам нужно. Ну, у нас 5 использований, так что мы разберемся. О, восприятие даже может дать вещь, которой обычно нет. Еще и уровень получу. Еще одна вентиляция, ну-ка. Я тебя не вижу. Так, ну вот я прошел, и так я понимаю, лифт в этом коридоре. Давайте посмотрим. Хотелось бы все-таки через турель сыграть. И гадость такая. Так, вот он лифт. Комната слева. А как комната слева считается? Не очень ясно. Выходя из лифта слева, тогда она там. А я все равно ближе не подберусь, так что все надо делать из этой комнаты. Если, давайте проверим, если убить камеру, поднимется тревога, мне просто интересно на будущее, что мне делать. Гигантская камера какая-то крепкая. Так.
Перейдем на более слабый пистолет. Ну да, камеры ко мне агрессивные, но это какая разница? Мне-то что, что вы ко мне агрессивны? Мне все равно. Что от этого изменится? Сейчас выясним, слева этот пункт или не слева. Комната от лифта. Слева. Нет, уже выяснили, нет. Нет здесь ничего. То есть все-таки это комната с той стороны. Что-то не подсказывает, там будет еще одна камера. Ладно, сохраняемся. Ой! А у меня нет сохранения до того, как я сюда спустился, как бы не вышло, что я сделаю как в Херетике. Спускался, спускался и попался. А ты просто ходишь, убегаешь, да? А вот она, турель. Слева это туда пробежать нужно, когда камера не видит. Ты меня не видишь. Угу. Ну давай попробуем. Это будет весело. Хотя мне кажется, я могу вас потихоньку здесь перестрелять, убегая в этот самый, в вентиляцию. Вот сейчас камера уходит, и ты уходишь. Да. У меня ключ от этой двери, даже взламывать не пришлось, и могу перенастроить. Опыт мне дадите или нет? Хотя зачем мне нужен? Я так очень быстро набираю опыт, насколько я вижу. Чувствую, в середине игры я уже буду прокачан. Ну, в принципе, так и нужно, если я хочу играть настоящим билдом. Прикольно. Очень прикольно. Вы думали, что здесь? Так, давай. Так. Дайте посмотреть. А стрелять ты будешь? Все? Тебя сейчас убьют и все. Никакого толку сейчас. Но опыт нам идет, кстати. Все, убили эту турель, ничего она там не сделала. Ребята, что-то вы не продумали. Ладно. Я понял, что если что-то сделать хочешь хорошо, сделай это сам. Мусор всякий. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Хватило только на коридор. Да. Тогда нужно вас вот там в коридоре ловить, в этом. Так, камера мне так и непонятна. Мне их нужно уничтожать или прибегут, если меня увидят? Давайте проверим. Нет, по барабану. Это для турели получается она типа. Нужна. Так, попробуем тебя аккуратненько завалить. Значит, что нам нужно начать? Чтобы за один ход тебя убить, легким пистолетом, кстати, желательно. 19. Так, и быстрый. Отлично. Надеюсь, никто нас не услышит. Никто не услышит. Отойдем на всякий случай. Да, уже начинаешь ощущать себя хищником. Прикольно. Хотя, я так говорю, это все не нужно. Здесь можно спокойно. Патронов нет. А, магазин полон. Спокойно их отстреливать и убегать в двери.
О. Я могу патроны от вас получать. Вполне возможно, те, что мне нужны. Все, с коридорами мы разобрались, я так понял. Ух, трофеев сколько. Как мне их всех переварить? Значит, камер я зря боялся. Они не следят, рейдеры не следят за камерами. Это просто для турели. Можно было, наверное, бегать свободно. О, батарейки, это хорошо. Кстати, я закрываю двери, но смысла это мало. Они же не животные, не роботы, они откроют их. Все. Да, и они сидят все там внутри. Но с этим внутри... О, противогаз. Ой, как он все портит. Там внутри все зависит от того, кто первую гранату кинет. А, ну я со скрытностью могу это делать, тогда точно буду первым. Но убежать не смогу. Посмотрим. Вот гранаты дают вам, намекают, что... На гранаты. С помощью гранат ты победишь. А что, коридор вообще уже чистый получился? То есть, если я открою двери, то буду с ними сражаться, да? Да, так и получается. А! Интересно. Ну, тот с ружьем опасно вообще. Может, по частям их можно? Вот, наверное, будет ошибка. Нет, тут спокойно. С одной стороны, правильно отсюда, здесь нет этих окон. С другой стороны, вы отступить не сможете, они начнут выбегать сюда. Ну, давайте, тут вариантов не так. А какая граната лучше, ребята? 20-30 и 30-45 пробивают сопротивление и защиты. А ты? Ты хуже. Нужно кидать серую гранату. Ну что ж, с Богом, попробуем. Даже интересно. Ты нас не видишь? Так. А вы не враги. То есть мне нужно этого загасить. Главаря рейдеров и все. Когда делаем этот трюк. Так, ждем, пока скрытность пропадет. Опять же, это все не важно, просто хочется так, как это было бы в реальности. Кинуть гранату и спрятаться, и пусть они набегают. Я даже не пожалею. А только как-то так кинуть, чтобы случайно этих не задеть. Ха-ха-ха. Ребята живучие. Так, пострелять и отойти успею. Единственный вопрос, если они прибегут, надо было, наверное, глушить и обстреливать. Ну ладно. И все потом. А, все. Не добежишь ты никуда. Тот далеко, а этот не добежит. Так. Еще на один выстрел хватает. А тот очень неметкий. Так, бегать ты не можешь, ничего не можешь, тогда я лучше сделаю вот так. Ну, прибегайте. Ты не добежишь, колено прострелено. Кто-то другой добежал. Да, видно, здесь я не видел. Это были с другой стороны стояли ребята.
Так, ну больно, я вам скажу, больно. Гранату не возьмешь. Рейдерша. А тут еще и полечиться может. Вполне возможно, не очень правильно я и сделал. Вместе все-таки с этим самым нельзя было, да? С турелью. Она могла бы меня принять за врага. Начать стрелять. Ну вот этот опасен. Это с пистолетом я с трудом переживу, этого я не переживу. Ага. Может и не выживу, правильно говоришь. Отлично. Так, из этого у меня осталось... Сколько у меня? 31. Он требует 26, останется 4,15, да, выстрелить не смогу, а из этого 16. Одного очка не хватает, чтобы сделать два выстрела, но получается, что нет смысла пытаться. Что-то менять. Ой-ой-ой-ой-ой, подставился, что он меня видел. Он еще и полечился. И уже, наверное, не выйдет спрятаться, что он не видел. Короче, думаю, что я не переживу. Надо было все-таки начинать с оглушающей гранаты. Да, все равно меня видит. О, там еще один есть тяжелая шуружбайка в руках. Ну, кстати, проход закрыл. Все. Да, интересный. Расклад. Ну, мне кажется, я немного рано сюда пришел. Но все равно интересно. Так, хорошо. Вообще-то не нужно жалеть этих ребят. В смысле, нужно, выбора нет, но вообще-то не нужно. А нет, толку мне... А, с толку с этой шумовой гранатой, что я смогу убежать. А толку, если я смогу убежать. Потом их ловить из-за угла. У меня такое впечатление, что все-таки эта граната наносит больше урона из этих осколков. Давайте светошумовую испытаем. То есть они там стоят вот со всех сторон. Это можно было подойти, если он не видит. Да, надо стрелять, кидать центр, чтобы... Но если хоть чуть-чуть я мимо, то... Стоп, хватит. Хоть чуть-чуть мимо кину. Да, нужно кидать точно в него. О, после оглушающей они считаются разными гранатами. А, ну это все ясно. А тут надеяться, что я не задену тех ребят. А я не понял, а что, оглушение снимается, если я кинул гранату? Какая-то фигня получается. Так, не факт, что через стекла можно стрелять. Почему я боюсь? Ха, мы все перелечились. Молодцы, ребята. А я никак за угол забежать не могу. Вот где спринт было бы круто, да? Плюс толку, что я забегу за угол.
Там решетка не скрыта. Это надо было где-то решетку. Как я и говорил, нужно, короче, заниматься этими. Маклейном быть. Спустился, пострелял, убежал. Спустился, пострелял, убежал. А, нужно наоборот гранаты кидать, если они друг друга не перекрывают. Что это я? Подорвал, оглушил, убежал. Ну, все ясно. Сейчас проверим, или осколочные гранаты все-таки лучше, чем фугасные. Лучше. Да, есть эти осколки страшные. Блин, я не взял оглушающую гранату. Ладно, попробуем с вами расправиться так, раз вот такой урон получается. Все. А этих ждем. Да, все как-то намного проще. У фугасной гранаты нет этих самых. Там еще и лег, наверное, тот враг. Нет осколков, поэтому нет большого количества. Ладно, стой. Слишком я усложнил, все оказалось намного проще. Меньше урона от гранаты, оказывается, на самом деле больше, потому что... Все? Да. Сам себе усложнил. Ну, вот так вот потихоньку изучаем механику. Пришел старик радый, что мы спасли тут всех. Да. То есть нужно эту гранату и оглушающую. Одну гранату, вторую, одну, вторую, и все. Даже если я делал что-то неправильно. Так, на этом будем завершать. Сейчас сохранимся. Поговорим со стариком. Все. Салли, спасибо за то, что вы сделали. У нас не так много есть, чтобы предложить в обмен на вашу помощь. Если вы увидите что-то, что вам нужно, просто возьмите. Мы бы не смогли остановить вас в любом случае. Было уже достаточно кровопролития на сегодня. Мне нужно, чтобы вы рассказали мне о запечатанных воротах на первом уровне. Вы знаете, как я могу их открыть? Мой друг Блумберг запечатал эти ворота однажды. Он не сказал почему, но он никогда не позволял никому из нас ходить туда. Я не думаю, что он когда-нибудь заходил туда сам. Если и есть ключ, который открывает эту дверь, он должен быть у него. И где этот Блумберг сейчас? Они застрелили его возле баррикады во время атаки. Возможно, вам стоит заглянуть в его комнату. Она самая ближняя к лифту. Забыл я там уже? Так, ну, надо завершать. Хочется еще побегать. Нужно завершать. Нужно вернуться, все это продать. Да. Горе от ума называется. Бери, кидай гранату осколочную и все. Начинаю тут всякие сложные схемы делать. Зато разобрались, что можно кидать обычную гранату, а потом оглушающую. Они друг друга не перекрывают. А вот две взрывные нельзя. Так, поздно, нужно ложиться спать. Да. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Я желаю вам всего наилучшего. Прощаюсь. Пока.